Всем добрый день, друзья! Всем саламу алейкум! С вами... Какой город? С вами город Аланья, друзья! Город Аланья. Это уникальный город. Это самый тепло точка в Турции, где нет зима, друзья. Это город, вот такой город, чистый для здоровья, друзья. Если вы сюда приедете, не только инвестировать и зарабатывать. Для своего здоровья это город нужно, друзья. Именно вам это нужно для здоровья, друзья. Потому что здесь 320 дней солнца. Фабрика нету, климат очень хороший, экология очень чистая, натуральный, свежий овощи, фрукты, 187 видов овощи, фрукты, друзья, здесь. И именно для вашего здоровья. Так что вы здесь тоже можете экономно жить, друзья, потому что мы здесь к врачу не ходим. Здесь мы лекарства не используем. Вот это природа, солнце, море, река, лес, природа, морской воздух – это все ваше здоровье, друзья. Так что, поэтому здесь жить очень хорошо. Поэтому мы здесь постоянно живем. Моя родина – это Мерсин, но я здесь живу в Алании, друзья, потому что здесь просто уникальный город. Пляжи очень чистые, очень красивые пляжи, море очень чистое. Для молодых есть разные развлечения, друзья. Кафе, ресторан, очень разные. Есть школы, частные и государственные. Есть много больниц, государственные и частные. Есть здесь русская школа и турецкая школа, друзья. Это разнообразный город. Это для разных иностранцев подходит. Здесь живут русскоязычные люди, живут европейские, американские тоже. Здесь это просто интернациональный город. Здесь никакой политики нету. Здесь все живут дружно. Как правильно сказать? Дружелюбие. Дружелюбные все. Дружелюбный город. Дружно живут. Короче, здесь все живут дружно. Это тоже очень важно, потому что главное не только место расположения, еще главное, кто люди, друзья. Люди, капиталь тоже очень важно, соседи тоже очень важно. Здесь каждый год Алания развивается, друзья. Более красивее, более лучшие стороны идет Алания. И здесь есть наш новый аэропорт. И из разных стран самолет летает. Здесь просто, когда вы сюда приедете, воздух совсем другой. Вот здесь, это река Динчай, здесь природа, вот. Аппараты не только мне, еще природу тоже показывай, хорошо? Постоянно показывай вот эта природа. Действительно, это Турция, это Алания, друзья. Это не Швеция, это не в Европе какое-то место. Это Алания. Алания – это не большой город, не маленький город. 370 тысяч населения, но здесь жить очень комфортно. Все улицы чистый, уютно, пейзаж очень красивый, везде зелень, и вечером везде светлый, вечерняя жизнь тоже очень хорошая здесь. Очень разнообразный, много ресторан, кафе есть. Если вам надоели турецкие кухни, пожалуйста, есть европейские кухни, европейский ресторан, кафе тоже есть. И каждый пляж есть свой кафе, ресторан, друзья, здесь. Просто каждый пляж отдельный номер есть, номер 1, 2, 30, 35, 40, 45. И каждый номер есть свой ресторан, кафе. Так что пляжи каждый день чистят. Я утром как-то встаю здесь, вижу, мне очень нравится эта атмосфера. И государственные служащие ходят, чистят, убирают. Утром атмосфера совсем по-другому. Если вы следите за нами, у нас есть еще
Instagram, друзья, Instagram Arba Toms. Посмотрите, мы постоянно с вами делимся турецкой жизнью. Так что с вами компания Arba Toms. Если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, подписываемся, друзья, чтобы узнавать турецкий натуральный искренний жизни. И подписывайтесь на наш канал в YouTube. Поверьте мне, у вас жизни сразу будет менять хорошую сторону. Турция – это уникальная страна. Турция – это альтернативный нет, такая страна. И город Аланья тоже альтернативный нет. Это не как Бодрум, не как Анталия, не как Мерсин, не как Фетия, Измир, друзья. Аланья просто уникальный город. Каждый город, Мерсин тоже по-своему уникальный, но Аланья именно чистый для отдых, для туристический город уникальный, друзья. Здесь просто люди приезжают, отдыхают, для себя время проводит. У нас столько много клиентов есть. Уже давно-давно купили здесь недвижимость. И кто-то не рожал раньше, теперь рожает. Кто-то сердце болит, давление у кого-то было. И все прошло, друзья. Просто природа, просто вот это свежий воздух, солнце, море автоматически вас лечит, друзья. Вас или вам? Вас лечит. Так что вы просто здесь живете, время проводите, и вот эта атмосфера, и вам очень много что-то помогает. Я вас люблю. Всем удачи. Пока.